Всем привет, выжившие! Добро пожаловать на мой канал. Сегодня мы поговорим о небольшом обновлении от 21 февраля. С вами Naked, приятного просмотра! Первое, что нас ждет, это новый костюм «По ту сторону». Он стоит 1680 солнышек за весь костюм. Следующее событие, которое нас ждет, это команда «Созвездие». Если при прохождении региональных операций в вашей команде будет человек в одном из этих костюмов, вы сможете получить дополнительные награды. В событии «Ящик созвездия» вы можете получить костюмы созвездия, а также формулу парных пистолетов. При получении 4 костюмов вы сможете получить эксклюзивное действие. В событии «Сладкое угощение» собирайте ингредиенты за убийство монстров, рыбалку, сбор ресурсов и готовьте вареники. Эти вареники вы можете съесть сами, а также подарить своим друзьям и получить дополнительные награды. В событии «Особое предложение по модификациям» модифицируйте свое снаряжение и получайте награды. Если что, имеется в виду модификация готового снаряжения, а не формулы. В торговом центре на выбор вы можете приобрести различные предметы за реальные деньги. Во вкладке «Специальные бонусы» вы можете приобрести различные паки также за реальные деньги. В событии «Отряд потребления» вы можете получить дополнительные награды за прокруты рулеток. Далее у нас, как всегда, идет событие «Парная тренировка» и «Рынок каравана». На рынке каравана представлена различная мебель. Кстати, рулетка с этой мебелью уже была. Да и, в принципе, в этом обновлении нет каких-то новинок. Здесь все события, которые уже были, я думаю, что это просто проходная обнова перед глобальной, потому что в марте планируется глобальное обновление. В торговом центре у нас представлено событие «Счастливый подарок. Огненный шторм». Здесь вы можете получить формулу Джейда, формулу Мышиного Стража, а также костюм. А на этом видео подходит к концу. Надеюсь, оно было полезным для вас. Если у вас остались вопросы, жду вас в комментариях. Также не забывайте ставить лайки и подписываться на канал. Для меня это лучшая мотивация делать для вас новые ролики. Кстати, поделитесь в комментариях, какие бы ролики вы бы хотели увидеть. До новых встреч, увидимся в следующих видео.